Ноябрь-24 продолжает свою работу и сейчас о главных темах уходящей недели. Жесткие ограничения в период нерабочих дней. Тюменская область повторно вводит тотальный локдаун. Ямал отменяет концерты и спортивные состязания. Новая веха в развитии региона. На Ямале начнут осваивать технологии газопереработки. 600 кубометров за двое суток. Коммунальщики Ноябрьска продолжают борьбу с последствиями мощного снегопада. Итак, следующая неделя объявлена в стране нерабочей. Напомню, такое решение принял Владимир Путин еще 20 октября. Деятельность продолжат только организации, без которых не обойтись. Это экстренные коммунальные службы, продуктовые магазины, аптеки и так далее. При этом главы регионов сами вправе продлевать такой режим и накладывать дополнительные ограничения. Например, в Тюменской области на время нерабочих дней объявлен полный локдаун. Из-за быстрого роста числа зараженных коронавирусом с 30 октября по 7 ноября свою деятельность приостановят рестораны, спортзалы, кинотеатры, учебные заведения, спортивные секции и дополнительное образование. Для предприятий общепита разрешена работа на вынос. Пожилым придется уйти на самоизоляцию. Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, вводится режим самоизоляции. При этом все медицинские учреждения продолжат работу в обычном режиме. Вся медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. На Ямале же обошлось без локдауна, но контроль за соблюдением санитарных норм серьезно усилят. Об этом на неделе заявил Дмитрий Артюхов. Для тех, кто продолжит трудиться, организуют дежурные группы в детских садах. Они будут принимать детей в нерабочие дни с 1 по 3 ноября. Посещать дежурные группы смогут воспитанники, чьи родители в этот период продолжат работать. Сейчас в детских садах формируют списки. Чтобы попасть в группу, нужно обратиться к руководству сада. Более подробную информацию можно получить в городском департаменте образования. Что касается школьников, то они на каникулах до конца следующей недели. Для учреждений среднего профессионального образования дни объявлены как нерабочие. Приступят к обучению наши студенты 8 ноября 2021 года. В Ноябрьске увеличилось число желающих привиться от коронавируса. В пунктах вакцинации ажиотаж. В основном люди идут ставить первый компонент вакцины. Как рассказали в пресс-службе Ноябрьской больницы, только за вторник в городе привились почти 330 человек. И 298 из них обратились как раз на первый этап вакцинации. В конце сентября, например, в сутки на прививку проходили менее 40 человек. Рост наблюдается и в целом по региону. 26 октября первый или второй компонент «Спутник Ви» поставили 2500 ямальцев. Напомню, в городе работают три пункта вакцинации – в поликлинике ЦГБ, детском парке и спорткомплексе «Зенит». Такая активность может быть связана с введением в округе системы QR-кодов. С понедельника доступ в учреждения досуга, сферы услуг, спорта и общепит открыты только для вакцинированных и переболевших граждан. Всем остальным необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или же сидеть дома. Как работают новые меры, выясняла Евгения Демина. Пожалуйста, вы можете проходить наше учреждение. Можно теперь не всем. С раннего утра у администраторов кинотеатра «Русь» прибавилось обязанностей. Чтобы посмотреть фильм, зрители должны предъявить сертификат о вакцинации. Об этом предупреждают в кассе, об этом написано в объявлениях на дверях и даже на огромной плазме в холле. Проверяют с помощью обычного мобильного телефона и приложения для считывания QR-кодов. Когда мы проверяем QR-код, то на зеленом фоне сразу видно, что сертификат действителен. А если же красный у нас фон идет, то это уже сразу видно, что не действителен. Помимо вакцинированных, зеленый свет на досуговые мероприятия загорится и тем, кто официально переболел в течение последних 6 месяцев. Они также получили QR-коды в приложении госуслуг. А вот если с момента вакцинации или болезни прошло более полугода, система загорится красным. Тем, кто не болел и не привит, пройти можно будет только по свежему ПЦР-тесту. Помимо кинотеатров, под требования проверки и пропускного режима попали фитнес-центры, ночные клубы, досуговые учреждения и предприятия общепита. Прежде чем выдать меню, кафе и рестораны также обязаны проверить QR-код. Смирились и выполняем, говорят предприниматели, и запасаются терпением. Сегодня понедельник, мы только открылись, поэтому пока что у нас еще все вроде как хорошо, без скандалов, но предвижу, естественно,
Огромное количество возмущений, которое меня ждет и ждет моих работников, сотрудников. Именно предприниматели, как пояснили в Роспотребнадзоре, будут нести ответственность за то, кто находится у них на объектах и есть ли у этих людей QR-код. И ответственность немалую. В случае выявления нарушений штрафы для юридических лиц будут составлять от 10 тысяч рублей до миллиона. Если первая, допустим, первая часть, потом вторая часть, и потом уже, когда третий раз то же самое нарушение, невыполнение санитарных норм и правил, там уже штраф юридическому лицу от 500 до миллиона. Еще один вопрос, который пока не совсем понятен предпринимателям, как быть с теми, кому прививка противопоказана врачами. Пускать ли их в досуговое учреждение на основании справки или требовать отрицательный ПЦР-тест? В ближайшее время власти и медики обещают дать окончательный ответ на этот вопрос. Да, давайте это обсудим с Роспотребнадзором, еще этот вопрос зададим, и в адрес нашего гражданско-правового департамента, который, собственно, готовил проект постановления, то есть попытаемся уточнить вот все-таки порядок действий в таких случаях. Но я вот думаю, что будет в таком случае достаточно медицинского документа, медицинской справки о соответствующей организации по месту прикрепления жителя, да, нашего региона о соответствующем противопоказании для вакцинации. Медики рассчитывают, что после введения в действие системы QR-кодов число вакцинированных в регионе вырастет быстрыми темпами. Опыт соседей эту теорию подтверждает. А предприниматели готовятся к снижению количества посетителей и, соответственно, падению доходов. Однако уверяют, лучше уж работать с такими ограничениями, чем не работать совсем. Лучше, конечно, так, безусловно. Лучше, чтобы мы хотя бы могли работать. И лучше, чтобы все по возможности побыстрее привились. Это я говорю не как предприниматель, а как человек, который появился уже достаточно давно. Евгения Демина, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Тем временем в Ноябрьске отменяют соревнования и концерты. Из-за сложной эпидобстановки в городе ближайшие 10 дней не будут проводить массовые мероприятия. Такое решение принято властями. С 26 октября по 6 ноября отменяются физкультурные и спортивные мероприятия, а также акции и фестивали. 29 октября мир отметил День борьбы с инсультом. Такое нарушение кровообращения нередко приводит не только к глубокой инвалидности, но и к смерти. Не менее опасным считается инфаркт. Хотя, говорят врачи, в большинстве случаев угрозы для жизни можно избежать. Через что лежит путь к сердцу для врачей и как людям дают второй шанс на жизнь, смотрите в следующем материале выпуска. Чувство жжения и боли в груди, одышка и даже приступ паники. Те, кто перенес инфаркт миокарда, хорошо знают этот набор симптомов. Дела сердечные, говорят врачи, могут мучить человека на протяжении нескольких лет. Но лишь немногие обращаются к медикам своевременно. Большинство же попадают в ЦГБ в экстренном порядке. Здесь идет процесс гибели сердечной мышцы. Она, то есть закрылся кровоток, питание не получает орган. И умирает. Вот он эти 6 часов умирает. Какой промежуток времени он к нам попал? Отсюда и, конечно, комплекс осложнений. Какой сосуд закрылся? То есть нарушение ритма, срыв ритма, остановка сердца. За последние 10 лет инсульты и инфаркты сильно помолодели. Загреметь в больницу рискуют не только те, кому за 50, но и люди немногим старше 30. За неполные 2021 две сотни горожан оказались на грани жизни и смерти с диагнозом инфаркт миокарда. В основном за 40. Но были пациенты тоже недавно, 35 лет. 35 лет? Да, 35 и выше. Проблемы с сердцем уже имеются, да? Ну да, да. Самый молодой пациент, который у меня был, 18 лет, и он был уже до меня оперирован. То есть у него случился повторный инфаркт перенисходящей артерии. Сейчас на операционном столе у Виталия Фелькера возрастной пациент. У мужчины вовремя нашли серьезные отклонения в сосудах, питающих сердце. Еще немного, и могло произойти непоправимое. В данном случае был крупный сосуд. Если ничего не делать, могло привести потом точно сначала к тяжелым конвалидности, ну и в дальнейшем осложнения могли бы. Через один крохотный прокол хирурги могут добраться до любого сосуда и провести, к примеру, стентирование. С его помощью там, где еще вчера кровь практически не поступала, сосуды расширяют до нормальных размеров. А видят все на мониторе под специальным рентгенаппаратом. Пациент в это время находится в сознании. У нас тот же рентгенаппарат, только снимает серию кадров в секунду и там позволяет менять. Он не превышает нормативных, ну, то есть доз, который пациент может получить.
Так спасают не только от инфарктов миокарда, но и от инсультов. Их в этом году перенесли 150 человек. Кого-то даже вводят в состояние наркоза. Анестезиологу очень важно отключить большую часть организма, чтобы он не потреблял питание в этот момент, когда сердце это на себя-то еле-еле обеспечить может. А есть пациенты, и в том числе в крайне тяжелом состоянии, то есть после переклинической смерти. У нас клиническая смерть на столе бывала неоднократно. То есть при возникновении таких ситуаций, то есть, соответственно, параллельно идет непрямой массаж сердца, и хирург продолжает работать. Как говорит Игорь Чеканов, лучшая операция та, до которой не дошло. Уровень холестерина, низкие физические нагрузки и плохая наследственность. Все это может сыграть роковую роль. Чтобы и не попасть на операционный стол, нужно внимательнее следить за здоровьем. Яна Джус, Сергей Павлов, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Развитие газопереработки на Ямале станет новой вехой в развитии региона. Об этом шла речь на совещании об освоении потенциала полуострова Ямал, которое провел президент страны. Сейчас в стадии обсуждения находятся несколько новых проектов, и среди них создание в регионе глубокой газопереработки. Как пояснил губернатор Дмитрий Артюхов, к этому подталкивает химический состав запасов новых месторождений, которые сейчас разрабатываются. Они имеют высокое содержание этана, что позволяет говорить не только о добыче и сжижении, но и о переработке. А уже созданная инфраструктура и порт Сабета помогут быстро доставить продукцию на мировые рынки. Проект будет, конечно, очень масштабный, серьезный. В ближайшие годы будет проработка окончательных параметров его осуществляться. Но, конечно, это задел на создание новой отрасли, которая будет привлекать тысячи новых рабочих мест на этапе строительства, на этапе эксплуатации, создавать налоговые платежи, чтобы наш регион активно развивался. В этом году ряды российской армии пополнят более 200 жителей Ноябрьска. План на этот осенний призыв несколько выше, чем в 2020-м. Сейчас будущие призывники проходят медкомиссию. Все проводят с учетом эпидобстановки, антисептики для рук и защитные маски уже второй год, обязательно атрибуты призывной кампании. Также на входе у всех измеряют температуру. Кроме того, в качестве мер предосторожности количество вызываемых молодых людей на медицинское освидетельствование существенно снижено. Количество призывников в соответствии с графиком проведения медицинских комиссий составляет 20-25 человек. Призывники, которые возвращаются с дополнительного обследования, являются в определенные дни, которые также определены графиком работы. Это сделано для того, чтобы призывники, которые являются с лечебного учреждения, не пересекались с теми, которые пришли на медицинскую комиссию впервые. Работать медицинская комиссия будет вплоть до конца призыва, то есть 31 декабря. Ну а первые новобранцы отправятся на службу уже 12 ноября. Немножко у нас чуть-чуть география сократилась. В этом году у нас от Санкт-Петербурга и до Хабаровска призывники будут отправлены. Служить в основном будут у нас все в сухопутных войсках. Что касается округов, это и Западный военный округ, и Восточный военный округ, и Центральный военный округ, к которому мы относимся, и Южный военный округ. Все округа будем отправлять ребят. Около 600 кубометров снега вывезли с улиц Ноябрьска всего за два дня. У дорожных служб прибавилась работа во вторник. С тех пор снег идет практически беспрерывно. Уборкой улиц занимается компания «Севердорстрой». На линию выведено около 30 единиц техники. Это грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы. Помимо очистки они посыпают дороги и тротуары противогололедными средствами. Работа ведется в две смены, и, как обещают дорожники, при необходимости они готовы усилиться. Власти Ноябрьска ищут подрядчика на обслуживание снежного полигона. Компании, которая выиграет торг, предстоит работать на промзоне на участке для складирования снежных масс. Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет оборудовать площадку для выгрузки снега, организовать его распределение по территории и уплотнение с помощью техники. Объемы завезенных осадков следует тщательно считать, а на самом полигоне проводить лабораторные исследования. Выполнять указанные работы необходимо с 1 января до 31 марта 2022 года.
Начальная максимальная цена контракта почти 1,2 миллиона рублей. Заявки от претендентов на выполнение работ принимают до 11 ноября. Сам аукцион состоится 15 ноября 2021 года. Весьма дерзкое ограбление произошло в ночь на пятницу в Ноябрьске. Из жилого общежития неизвестные похитили ванну, стиральную машину и 3 электроплиты. Вчера еще было 3 электрических плиты. 1, 2, 3 стояли. То есть сегодня их нет. Но они легко изымаются из розеток, то есть взяли и вынесли. Причем сделали это тихо, никто из жителей деревянного дома ничего не слышал, а похитители перед тем, как вынести предметы быта, аккуратно перекрыли воду и скрутили смесители. Пропажу обитателя аварийки заметили лишь утром и сообщили в управляющую компанию. В обстоятельствах кражи будут разбираться полицейские. Обратились в департамент имущественных отношений, так как они имеют право обратиться в полицию с заявлением от нас. Полиция заявление не принимает, так как мы никакого отношения к этому имуществу не имеем. И сообщили участковому. После того, как участковый, хотя бы участковый, составит документы об этом нарушении, мы восстановим обратно отопительный прибор, установим плиты. Сейчас короткая реклама и смотрите сразу после нее. Все идеи найдут поддержку. В Ноябрьске реализуют 4 инициативы, которые предложили в рамках проектов «Ритм» и «Уютный Ямал». Шопен, Бах и Моцарт. Для самых маленьких. Новый проект музыкальной школы поможет развивать любовь к искусству с пеленок. Спасти фламинго. Необычную птицу нашли на Спорышевском месторождении. Как пернатый обитатель тропиков оказался на суровом Ямале? Все идеи, предложенные в рамках инициативного бюджетирования в Ноябрьске, в этом году получат поддержку. В городе подвели итоги регионального проекта «Уютный Ямал» и городского «Ритм». Горожане предложили 4 инициативы – установить информационные экраны возле спорткомплекса на улице Советской, обустроить крытые уличные тренажеры возле «Зенита», спортивную площадку с искусственным покрытием в Дальнем СМП и провести реконструкцию сквера памяти в Ингапуровском. Добавлю, за 3 года в Ноябрьске по инициативе жителей реализовано 13 проектов. Чем больше людей вовлечено в процесс благоустройства, создания новых комфортных мест, создания тех благ, которые нужны и востребованы, тем меньше будет вопросов к исполнительной власти, к администрации, тем, кто в этом участвует. Потому что зачем вы это сделали и почему вы сделали так и в этом месте, мы всегда скажем, это инициатива людей, а мы в данном случае выступали всего лишь инструментом для того, чтобы эта инициатива была воплощена в жизнь. Поэтому спасибо большое вам за вашу активность и вашим близким, близким по духу, родственникам, тем, кто участвовал в реализации, не в реализации, а вот именно в воплощении, в упаковке того или иного проекта. А мы со своей стороны обещаю, также постараемся сработать и приложить все усилия, чтобы эти проекты были реализованы в следующем году и послужили очередным примером для новых проектов. В Ноябрьске открыли еще одну площадку для выгула собак. Появилась она в самом центре города. Теперь владельцы четвероногих смогут выгуливать своих питомцев в Ноябрьск-парке. Там специально для этого отвели территорию площадью 300 квадратных метров. Площадку огородили 2-метровым металлическим забором. Внутри установили все необходимое для активного отдыха и дрессировки. Всего порядка 15 приспособлений. Решение об организации собачьего досуга в Ноябрьск-парке было принято по многочисленным просьбам горожан. Эта площадка для выгула животных уже 8-я по счету в городе. Новые автобусы в автопарк общественного транспорта Ноябрьска поступят уже в ноябре. Об этом рассказал директор предприятия пассажирские перевозки Олег Харченко. 5 автобусов будут обслуживать маршрут микрорайон в Ингапуровске. Еще 10 низкопольных автобусов на газомоторном топливе будут курсировать по городу. Сейчас транспорт дополняют необходимым оборудованием, системой видеонаблюдения и речевыми информаторами. Все новые автобусы будут брендированы и оформлены в едином дизайне, который разработала студия Артемия Лебедева. Такие желтые автобусы с логотипом в виде буквы «Н» уже можно встретить на улицах города. Любовь к автомобилям не зависит от пола и возраста. В последнее воскресенье октября все водители отмечают профессиональный праздник. И героини нашего следующего сюжета в том числе. О девушках, которые регулярно опровергают известную пословицу про женщин за рулем, наш следующий материал. –
Такому мастерству маневрирования задним ходом могли бы позавидовать и некоторые профессиональные автогонщики. Однако для Ярославы проехать все фигуры на полигоне на скорость – дело привычное. Уже несколько лет она участвует в городских и окружных конкурсах водительского мастерства. В сентябре в Новом Уренгое автоледи Ярослава Половинка стала лучшей среди 10 девушек-водителей. Уже во второй раз. Ну, любовь к вождению, наверное, все-таки, да, с детства. У меня отец всю жизнь работал водителем грузовых больших машин, фур, всякой спецтехники. И вот редко бывало, но он меня с собой брал на всякие рейсы, там, поездки. За руль Ярослава села, как только ей исполнилось 18. Спустя год купила свою первую машину. А еще спустя несколько лет стала участвовать в конкурсах. У девушки два образования, и оба совсем не женские, связаны с ремонтом и эксплуатацией транспортных средств на месторождениях. Сейчас Ярослава работает в «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегазе, но и свое автомобильное хобби не оставляет. Хочет и дальше совершенствовать водительские навыки. Мне это все нравится. Само вождение, сам процесс. Вот хочется уже большего, наверное, на Россию. Если будет такая возможность и будут организовывать, то я с радостью. За полтора года работы в Яндексе такой реакции было много. До сих пор эти реакции есть со стороны, как правило, мужчин. Вот. На что я, конечно, мужчинам говорю, я еще получше вожу некоторых мужчин. Она работает в такси не по необходимости, а по зову души. Полтора года назад после декрета Вера Бакулина уволилась с работы и оформила документы, чтобы возить пассажиров. Сначала хотела просто отвлечься от бытовых забот, но хобби превратилось в настоящую страсть. Мне нравится за рулем, очень нравится. Я не могу сидеть дома и не ездить. Вот это как, скажем так, какой-то наркотик, можно с этим сравнить, да? То есть автомобиль. Пассажиров, говорит Вера, она чувствует интуитивно. Кому-то хочется поговорить, другие с опаской поглядывают, как она справляется с дорогой. Но всего за несколько месяцев у нее появились постоянные клиенты. Даже родители доверяют ей перевозку детей. А сама девушка теперь неплохо разбирается и в том, что находится у нее под капотом. Я сама слежу за уровнем масла, антифриза, незамерзайка. Я меняю сама лампочки, если они перегорели. Я даже как-то на ней генератор сама снимала. Чувствуешь автомобиль? Ты как одно целое с автомобилем со своим. 31 октября и Вера, и Ярослава отметят профессиональный праздник. День этот считают абсолютно своим и уверяют, умение водить машину и любовь к этому занятию совершенно не зависят от пола и возраста. Евгения Демина, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Многодетные мамы получат материальную поддержку к празднику. Выплата ко Дню матери назначается ежегодно. Она положена женщинам, воспитавшим 5 и более детей. Размер выплаты составляет 1078 рублей на каждого ребенка. Мамы, которые по данным на 1 ноября текущего года будут состоять на учете в соцзащите, получат деньги автоматически. Остальным необходимо обратиться в ведомство лично и подать заявление на выплату через МФЦ до конца октября. Напомним, День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В Ноябрьске открылась необычная студия для тех, кто еще говорить и ходить-то толком не умеет, но уже учится петь песни и играть на музыкальных инструментах. Самому юному ученику нет еще и года. Привить любовь к музыке, ну и заодно разглядеть в каждом ребенке талант Вивальди и Шопена – вот задача проекта «Музыкум». Он стал одним из победителей грантового конкурса «Родные города», который проходит при поддержке компании «Газпромнефть». Давай, понажимай. Маленькая Люся обожает нажимать на клавиши пианино. Дома у девочки есть такой же инструмент. В семье исполнителей в ней уже разглядели тягу к музыке и вокалу. Все песни из рекламы кроха знает наизусть. Люся хочет заниматься музыкой, то есть у нас гитара есть, она трунькает, на электрогитаре пытается что-то делать. А на домбре у нас есть маленькая. Она просто занимается музыкой, пока что ей так интересно, она как-то развивается. Старшая сестра Люси крошку всячески поддерживает. И первые шаги в музыке решила сделать вместе с ней. Студия «Мюзикум» стала единственной в городе, где детей чуть ли не с пеленок. Воспитывают на Моцарте и Вивальди. А играть на инструментах воспитанники учатся раньше, чем ходить и говорить. С
Создательницы необычного проекта не только профессиональные музыканты, но и сами мамы. Так Анна Гусева на урок приходит со своим 11-месячным ребенком. Она по личному опыту знает, как важно слышать с младенчества окружающий мир и слушать его звуки. Музыка в данном случае выступает проводником. Для малышей, да, вот это вот раннее музыкальное развитие, оно очень-очень полезно. Оно влияет на все сферы организма и в дальнейшем, естественно, на становление личности ребенка. Потому что музыка, она развивает все, что можно в нашем организме, в детском, безусловно. Это и коммуникация, это и моторика. Любовь к музыке здесь прививают через детские песни и обязательно классику. В музыкальной подборке вечный Моцарт, Шуберт и Бах. Считается, что именно эти авторы благотворно влияют на детскую психику. Танцы и песни помогают расслабиться, а игра на инструментах развивает ритм. Мы ходим сюда, наверное, для того, чтобы, в первую очередь, для того, чтобы развить музыкальный слух. Вот. Я говорю, потому что мы оба с супругом с музыкой как бы связаны, вот, и, ну, пусть не профессиональная деятельность, но в жизни музыка всегда присутствует. И хочется, чтобы и детям вот это привить любовь к музыке, к инструментам музыкальным, чтобы они росли такими же, как и мы. Первый выпуск в таких своего рода музыкальных яслях состоится еще не скоро, ведь учеба только началась. По мере взросления учеников усложнится и программа. Гарантии, что кто-то из детей станет вторым Шопеном или Чайковским, конечно, никто не дает. А вот вкус к хорошей музыке с большой вероятностью у них появится. Елена Жаркова, Сергей Павлов, Ноябрьск 24. Рисование, лепка, танцы, игры, общение. 4 раза в неделю в клубе «Юнити» собираются мамы со своими детьми. 2-й год здесь работает семейная творческая студия «Малявичи». В этом году проект получил грантовую поддержку, и занятия стали еще ярче и разнообразнее. На одной из студийных встреч побывала наша съемочная группа. Сегодняшняя компания – исключительно мальчишки с мамами. Традиционная приветственная песенка, и начинается занятие. По расписанию – лепка из теста. Материал для творчества сделан своими руками с безопасными для детей пищевыми красителями. Дилара с сыном Данияром в семейную студию «Малявичи» ходит уже год. С Мира на Муравленко с коляской в любую погоду. Он здесь со всеми дружит, причем у него развитие речи прям очень так хорошо пошло после этих занятий. Он детишек по именам называет. Нам это очень хорошо помогло при адаптации уже в детском саду. Сейчас нам 2 года, мы спокойно ходим в детский сад, ему очень нравится. Он взаимодействует со всеми, с удовольствием играет. Колобок, колобок, я тебя съем. Ом, съем, съем. А колобок говорит, не ешь меня. В этом году проект Валентины Протопович «Малявичи» поддержали на молодежном форуме «Территория Севера». 275 тысяч пришлись кстати. Мы сделали ремонт, закупили мягкий пол, специальную мебель, бизиборды, игрушки, вообще много-много всего. Такого всего развивающего, все, что не хватало нам. Ничего не надо с собой приносить. Все бесплатно, все предоставляется. Все то, что нужно на занятия, тоже все закуплено в рамках гранта. Дети и совсем маленькие, и постарше, дошкольники, рисуют, лепят, танцуют, выпекают печенье. В творческой студии можно делать и то, что не всегда разрешат дома. Это пространство для семейного творчества. Здесь же и знакомятся, и общаются, и развиваются. Как общаться с ребенком, как развивается ребенок, норма развития ребенка. Даже в этом плане всегда приходим, она очень многие интересные вещи рассказывает. Допустим, чего-то не умеет делать или делает не так, она всегда пояснит, расскажет, что это как психолог, что это всегда, как бы, что это норма, как поступить в той или иной ситуации. Охват студии – 20 семей. Приходить можно 4 раза в неделю, один из дней – просто игровой. В ноябре проект в рамках реализации гранта закончится. На заключительном занятии ждут и пап. Вот такая основа будет кубик. И вот это все прикручивать вместе с ребенком, вертеть, крутить, там отверткой работать, клеем, шурповертом. И мамы придут, мы как бы тоже крутили, но в основном ждем прям пап. Сама студия продолжит работать. Узнать, как попасть в «Малявичи», можно по номеру, который сейчас на экране. Ольга Попова, Александр Паханов, Ноябрьск 24. Нефтяники спасли замерзающего фламинго. Необычный гость появился на территории Спорошевского месторождения. Сотрудники «Газпромнефть Ноябрьск-Нефтегаз» нашли птицу во время обхода утром в пятницу 29 октября. Мнение специалистов, как фламинго залетел на север и что будет дальше с птицей, расскажем в следующем сюжете выпуска. Спорышевское месторождение, нефтяники и фламинго.
Птица спокойно отогрета и с интересом разглядывает проходящих мимо людей. А еще несколько часов назад жизнь пернатого буквально висела на волоске. Мы приехали по работе, делали объезд. Водитель заметил, он говорит, я подумал, что это табличка, Он говорит, это пошевелилось. А когда вышел, увидел, что это не табличка, а птица. Сразу первая мысль, он замерзает, уже сил у него не было. Он стоял и, может, от испуга он сразу сел на снег и голову спрятал под крылья. Я снял фуфайку, его закутал, и мы повезли его. Замерзший, обледеневший, весь в снегу. Таким привезли фламинго в служебное помещение. Несколько лет назад на Споршевское месторождение залетал аист, а вот фламинго здесь видят впервые. Пытались накормить, дали воду, пытались дать ему хлебушек, хлеба он не кушал. Птица абсолютно людей не боялась, шла на контакт. Хлеб этому пернатому действительно не по вкусу. В природе фламинго питаются планктоном, фильтруя воду. В таких нестандартных условиях накормить пернатого гостя можно пропущенными через мясорубку морепродуктами или рыбным фаршем, рассказали в Новосибирском центре реабилитации диких животных. Там же объяснили, как теплолюбивый фламинго, житель Центральной Азии, Африки, Индии, мог оказаться на Ямале. Всем известный факт, биолога у нас, что фламинго, что несколько видов пеликанов, они мигрируют. У них свои пути миграции, и вот случайно их путям миграции занесло через Ямало-Ненецкий автономный округ пролетали. Вполне стандартная ситуация, когда молодь отбивается от взрослых птиц, от стаи, и просто ослабевает и не знает, куда дальше лететь и что делать. Сейчас фламинго передали на передержку волонтерам, а нефтяники уже начали связываться с фондами по защите диких животных и реабилитационными центрами, чтобы определить дальнейшую судьбу птицы. Ольга Попова, Сергей Павлов, Ноябрьск-24. Жительница Ноябрьска выступит на чемпионате мира по караоке. Татьяна Данилевичус получила право представлять нашу страну на международном конкурсе. Вокалистка вошла в тройку российских финалистов, что примут участие в караоке World Championships. Это масштабное ежегодное событие пройдет в ноябре. Татьяна Данилевичус занимается пением с 6 лет. Сейчас она учится в магистратуре на факультете вокального искусства, является членом Международной ассоциации преподавателей вокала. В Ноябрьске Татьяна работает в КСК «Ямал». Такой была эта неделя. Еще больше новостей на сайте ноябрь24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях.